Итак, всем привет, с вами остался. Сегодня мы продолжаем проходить Ведьмачеллу. Так, старость, лаж. Мы у Калькенштейна. Сорян. Мы сейчас у Калькенштейна, сейчас будем узнавать. То есть, мы уже узнали, куда идти. Так, Калькенштейна, конечно же, здесь не будет. Мы, наконец-таки, узнали. Я могу тебя отдохнуть, во-первых? Вот это мы должны узнать. Так, что это? Король меня просил разобраться со Стрыгой. Король просил меня разобраться со Стрыгой. В свое время меня очень интересовали вампиры. К сожалению, мне так и не удалось изучить живой, если так можно сказать, экземпляр. Чтобы победить Стрыгу, необходимо провести ночь возле ее логова и при этом остаться в живых. Советую тебе запастись оружейной смазкой, особенно серебряницей и кринфридским маслом. Ваши знаменитые ведьмачьи знаки также могут помочь. Ирден, к примеру, может на короткое время остановить принцессу, если она совсем озвереет. Интересно, и что, мне так надо будет с ней всю ночь возиться, что ли? Калькенштейн, я хотел спросить. Да? Пока ты исследовал процесс мутации... Тебе не удалось найти лекарство от бесплодия? Мне очень жаль, Геральт. Так я и думал. Но бывай. Так, отдохнуть самое важное. Я чуть не забыл. Геральт! И отдыхать. Утром будет гореть проклятие огонь. В горле пересохло. Интересно, интересно. Тяжело на службе. Так, и что там Геральт хотел узнать? Что мне делать? Напомни мне, что я должен делать. Нам понадобятся свитки эльфийского мастера песни, доспех Кобуса Рультера и магическая формула Агнес из Гланвиля. Все эти компоненты ты найдешь на кладбище, на болотах. Также необходимо найти остатки доспехов Ворона на месте его захоронения. Напомни мне последовательность знаков. Что там, аарт? Используй аарт, игни и опять аарт на большом камне в старой шахте на болотах. Камень откроет тайный вход. Там ты и найдешь формулу. Окей. Погнали на болото. Надеюсь, здесь ничего уже не горит, потому что это так бессмысленно. Почти. Вы чё? Стой! Сейчас же стой! Вот. Мне доспехи. Доспехи... да. Не понял сейчас. А, мне сейчас нужно найти еще место, где мне можно войти куда, да? Где я могу переместиться. Ладно, побежали. Так, ну куда-то сюда. Да уйдите, вам. ХП у меня все, ласточки нету, ну ничего. Держи, можно держаться. Так. Очень... А, вопрос. Окей. Я тебя зарежу, я запомнил. Вот у меня такой вопрос. А ты разве тоже не волосатая обезьяна? Кстати, интересно, еще кое-что здесь дают заданки. Я могу взять задание. Давайте почитаем. Ой, не тот. Что? Жажда стрыги. 5, что-то целых 5. Возьму просто 5 заданий. Запомнить. Надо 5 заданий. И выкинуть. Эй, дай. Валиваем. Ты хороший? Спасибо. Так, мне нужно как-то пойти вот к тоннелю какому-то. Потому что здесь у нас все закрыто. А огнем все закрыто. Так, пути туда нету. Надеюсь, здесь где-нибудь есть путь. Если здесь тоже не будет путей всяких. Может, через дом? Нет. А как тогда я попаду туда? То есть мне нужно обязательно разобраться со Стрыгой. Иди как папочке. Черт, какой уродец. Мне обязательно нужно разобраться со Стрыгой. Да... Я согласен вести с тобой дела, но держи руки так, чтобы я их видел.
До встречи. Странные вещи. Так. Сдохните, вшивые нелюди. Теперь я смогу с тобой поговорить. Понимаю. Как мне пройти на другую сторону? Вы чё? Так. Башня палача. Лаборатория. Одинокая башня, полевой госпиталь, старый колодец. А, через колодец можно пройти? Но мне тогда нужно, чтобы никто меня не атаковал, да? Или ты... Ну, ты точно похож на старый колодец. Ты и есть старый колодец, понимаю. Осталось понять, как мне зайти, что ли? Здесь, что ли? Ой, стреляй. Это... О. А как мне пройти? Окей, что у нас по заданиям? Я должен медленно отправиться на кладбище на болотах и разыскать логово Стреги. Хорошо. Теперь мне можно вернуться в лечебницу и спокойно поговорить с Шани. Пусть вместе. Убежище Саламандра должно было возле... Так, должно быть возле кладбища на болотах. Спасибо, конечно, за понять, за то, что показали, куда мне идти, но что-то я туда не могу никак пройти пока что, по крайней мере. Уж сейчас я не могу пройти. Потому что здесь все сломано. Хочешь умереть? Или там, знаешь, что-то есть. Не подходите ко мне. Блин, как много останков, капец. И все от ордена. Ну, эльфы выигрывают, кстати. Здесь... Возможно. Так, давай-ка несколько вас больше. Хотя по одному вас легче будет добить. Поздравляю, конечно, но что мне нужно делать, чтобы попасть на ту сторону? Стоять. Набрус, пиявок. Но это все на болотах. Как, сука, мне попасть туда? Мне нужно отправиться на кладбище на болотах. Сука, как мне туда пройти? Через дома? Возможно. Блин. Ой, это самая близкая часть. А, подожди. Нет. Вещь. Игра. Ну, если коротко о главном, вы понимаете, что произошло, да? Да? Да вы же, знаете, понимаете, да? Вы же все понимаете. Убежище скота Эли. Так, мне нужно... Давайте тогда зайдем в лечебницу. Раз уж по заданию можно зайти в лечебницу, поговорить спокойно с Шани, тогда пошли в лечебницу. Конечно. Давайте ждем заднего входа. Я ухожу отсюда. Ну и правильно делаешь. Опять, что ли, что-то? Что случилось со Стрыгой? Ложная тревога. Какой-то мутант нападал на солдат. Помощь нужна? Не больше, чем всем остальным. Позволь мне решать. Шани. Как будто все в порядке. Ты все еще хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Это предложение действует? О, Геральт, я так по тебе скучала. Ну-ну, все будет хорошо. Где Альвин? Все не так просто. Я нашел его в Темноводье. Деревню атаковали люди из Ордена. Альвин испугался и телепортировал. Он может быть где угодно. Что это? Что происходит? Вижу, вы людей лечите? Мы их ранили, чтобы они умерли. Вы их лечите? Странная логика.
и совершенно не в наших интересах. Вон из моей лечебницы. Можете сколько хотите убивать друг друга на улицах, а сюда соваться не смеете. Шани, берегись. Убейте Донни. Ну что, ребят? Так, вот это опасно. Она хил? Тогда что? Ты умрешь, двойный. Подожди, она хил? Подожди. Это... Эй, что? А, ты следующий что? Шаг будет последним. Для тебя, да? А, ты что, еще живой, что? А, она их может восстанавливать. А меня Шани может восстанавливать, как я понимаю, да? Следующий шаг будет последним. Ну, для тебя возможно, да. Для меня точно нет. Поздоровайся со смертью. Ну, спасибо. Я бы поздоровался, но... Они хотели убить раненых. Ничего, как можно так низко пасть? Ну, то есть я поздоровался. Я видал вещи похуже. Спасибо тебе от имени всех моих пациентов. Альвин, представления не имею, где его искать. Он может быть где угодно. Будем надеяться, что он в хороших руках. Шани, я очень много думал о нас. О совместной жизни, о семье. Я тоже. Давай не будем себя обманывать. Это невозможно. Здесь несчастные, мы такие, как все. Чудесный сон, но... Ну что, он превратился в реальность. Мы должны подождать, пока не кончится это безумие. Давай не будем себя обманывать. Давай не будем себя обманывать. Это невозможно. Ни здесь, ни сейчас. Мы такие, какие есть, и вряд ли изменимся. О чем это ты? Ты лучшая целительница в Изиме. Это твое призвание, твое будущее. Раньше ты говорила, что хочешь вернуться в Академию, хочешь преподавать. Это не обязательно. Я могу лечить где угодно. Нет, это твой путь. Я не имею права сбивать тебя. Не имею права лишать тебя нормальной жизни. Геральт, я не хочу тебя потерять. Я тебя тоже. Но я не хочу причинять тебе боль. Я ведьмак. Моя жизнь полна опасностей. Я никогда не смогу простить себе, если с тобой что-то случится. Обними меня, Геральт, в последний раз. Да еп! Что происходит? Вы опоздали. Нападавшие уже мертвы. А теперь прошу, уходите. Вы пугаете раненых. Арестовать и допросить всех нелюдей! Кто дал вам такой приказ? Наш командир Белая Райла! Взять их! Ты что, идиот, солдат? Уходи отсюда своими ногами, или тебя вынесут ими вперед! Умри, чудовище! Да ёптер! Сражайся! Как же вы меня уже... Как же вас... Ну хотя бы шанс сейчас не пробую. Так, дайте я выйду от вас, спасибо. У них щиты, из-за этого я не могу их атаковать, что ли? Так, серьезно, из-за щитов я не могу их атаковать, ну тогда... Ах ты сука. Ну тогда ладно. Будем сражаться таким способом. Так, подожди. Что? Ой, ё-моё, как же это трудно. Хватит! Так, вот сейчас я не понял, что при чем тут шанс? Так, вы давайте сюда не подходите, Кей, потому что она должна жить как не знаю кто. Она единственная, кто вообще лечит. Ой, не то. Да что ты? Ты тот дебил, блядь. Я поменял на Игни. Ой, не такой Игни. Так, кажись, это смерть. Если б суп у них не было щита. Как же мне...
мне нужно хилиться. Только мне, к сожалению, нечем, так что будем что-нибудь придумывать на ходу. Придумаем на ходу что-нибудь. Если, конечно же, получится. Так, отходим. Так, у меня еще кровотечение какое-то нет. А, стоять, не падаем. Ударил. Так, КП на грани, на грани. Мы играем на грани. Отбеги, я тебе уже сколько жму. Еще один. Умри. Умри. Спасибо. Спокойнее, спокойнее. Давай без этого. Давай без лишних телодвижений и... Дальше. Сражайся! Так, Шани, ты там нормально? Получилось. Меня начали немножко тупить. Мне нужно выпить. Поверить не могу, что они хотели нас убить. Нужна помощь? Мне нужно добраться до кладбища на болоте. Там можно найти друидов. Без друидских лекарств половина этих несчастных не доживет до утра. Отлично, мне тоже туда надо. Проберемся. Идем через черный ход. Так мы избежим боя. Ну, ты можешь меня немножко хотя бы чуть-чуть хильнуть, пожалуйста? Спасибо. Через черный ход. Дайте мне что-нибудь. Восстановление какое-нибудь, пожалуйста. Почему? Да где мое восстановление? Где мое восстановление, когда оно так нужно? Где ласточка? Где... О, что-то интересненькое. О, стригичар, чего? Что-то новое. А, персонажа. Интересно. Интересно, интересно. О, давайте драться еще, не? Плохие новости. Я уже заглядывала во двор. Другой дороги нет, а эта кишмя кишит трупоедами. Это не проблема. Вообще проблема. Не убивай меня. О, конечно. О, Шани, да раньше нельзя было. Но если она тоже хилит, то я не вижу смысла... Что? Ой, я этим... Ой. Вообще, ну ладно. Вообще, зачем ты туда подошел? Я не хотел его вообще убивать, но он сам как-то подошел. А мне нельзя было раньше вот дать этот проход, нет? Даже после битвы под Бренной их столько не было. Они уже несколько месяцев кормятся трупами жертв чумы. Их привлекло зарево. Там их еще больше. Дойдем. И? Куда идем? Еще немного. А если б... Ой, не то. А если б я не знал то, что так можно? Ну, то есть, если б я вообще про это забыл. Ё-ё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 
Не все, конечно. Можешь немножко сделать? Заранее спасибо. Спасибо. Так, там один дубль до сих пор есть. Ну, как мне особо не интересно, но мне кажется, не остановился. Нет, он... Ну, он не умный, ладно. Да дальше? Тут я больше не особо что-то... А? Может, это не наилучший путь? Если уж выбирать, я скорее предпочту встретиться с чудовищами, чем вмешиваться в чужую драку. Значит, это наш единственный путь. Идем. Заранее. Игра может поступить со мной подло. Ну кого, ребят? Еще хили, пожалуйста. Ой-ой-ой.
вас слишком дофига. Можно поменьше? Раз 10. Чё, вообще никого не было. Тычка, два тычка, 10, 7. 7 миллионов тычек я вот произвёл, но... Они ещё живут, как иногда. А Шани меня больше не хочет. А сейчас немножко рожать. Эх, Шани, Шани, можешь подхилить хоть немножко? Все хуже. Держись, я вижу брешь в стене. Я вот не вижу. Окей, сразу. Раз, два. Следующий. Какие-то новые монстры. Хильни-ка меня, пожалуйста. Спасибо. Конечно... Может это? Чуть-чуть? Хоть немножечко. Ладно. Погнали. Это какие-то новые, так что мне кажется, что у меня будет ровно. Вот сейчас ты хильнешь немножко. Нет. Даже не думаю. Спасибо заранее, да-да-да. А, да ладно вам, мне хватило. О, они договариваются. А, нет, это. О, Ивин, здравствуй. Вообще с нее все началось, так что я думаю, она виновата больше всех, так что она и заслуживает намного больше смерти. Потому что она какая-то ебобо от слова совсем. Ивин, я. Вот сейчас Ивина я поддерживаю на все 100%. Конечно, убивать не стоит, но. Сейчас она виновата в том, что. А че все красное-то? Пора убираться отсюда. Теперь ей уже ничто не поможет. Скоро будем на болоте. Там должно уже быть безопасней. Все, загрузка на болото, надеюсь. Спасибо. На кладбище убыл. Вот оно и склепы. Только сначала к друидам, что Шани проводить, ладно. Ух, ё. Боже мой, как страшно, аж поджилки трясутся. Ты храбро себя вела. Без тебя я бы этого не сделала. Куда тебя сопроводить? У меня есть несколько дел. В пещере друидов неподалеку отсюда я буду в безопасности. А вот я не вижу способа. Можешь еще спасибо. Так. А, не-не-не-не, они же взрываются. А, мне пофиг. Ну да, давай. Не подходите. Одной тычки им хватает. Мне, ну ладно. Следующий. Да как тут вы че тут забыли-то? У них щиты. Что же за проблема-то? Одна проблема. А, нет, этот нормальный должен быть. Вроде бы как. Интересная магия. Пылающая роза! А, так вот почему пылающая. Ну вот. Привет. Ведьмак, ты в порядке? Я жив. Ты прибыл как раз вовремя. Тебе повезло, что мы проходили мимо. Я Яков из Альдерсберга, великий магистр ордена Пылающей Розы. Геральт из Ривии, как ты заметил. Ведьмак. Я знаю, кто ты. И я знаю о твоих делах из очень достоверного источника. Будь добр объяснить.
Геральт из Риви просит у меня объяснений. Тот самый Геральт, который всегда так щедро осыпает других своей мудростью. Извини, что не смеюсь. Не из неуважения. Просто шутки не понял. Ничего я не собираюсь тебе объяснять. В отличие от тебя, я человек дела, а не слов. Меня так и разбирает смех, когда я вспоминаю твои псевдофилософские экзерсисы. Ведьмак, нас рассудит только время. Только оно покажет, кто человек, а кто чудовище. Что такое зло и как с ним справиться. У меня нет настроения разгадывать загадки. Или ты скажешь мне, из-за чего ты так озлобился, или мы простимся, причем довольно холодно. Извини меня. Старые люди бывают раздражительными. Иногда мне говорят о твоих делах, и хотя я не всегда признаю твою правоту, но всегда слушаю эти рассказы с искренним интересом. И чем же я заслужил такой интерес со стороны великого магистра Ордена Пылающей Розы? Мне нравится знать все, что происходит в Тимерии. Только так я могу появляться в нужное время, в нужном месте. Да, кстати, спасибо за помощь. Ты не человек, но долг каждого рыцаря помогать всякому нуждающемуся. Это... часть нашего кодекса. Звучит прекрасно. Очень жалко, что осталось так мало настоящих рыцарей. Честно говоря, я пока встретил только одного. Ты ошибаешься. Сожалею о твоей утраченной памяти. Я мог бы тебе напомнить кое-что. Я вижу, что Зигфрид счел своим рыцарским долгом доложить тебе подробности моей личной жизни. Опять ошибка. Зигфрид, сын Эйка из Денеслэйн, никогда не сплетничает. Даже если бы он и должен был сказать мне, то это было бы только из чистого желания помочь тебе. Нет, у меня другие источники информации. И как имя этого источника? У нее много имен. И она капризна, как любовница. Догадываешься? Магия, ведьмак. Ага. Ты что-нибудь знаешь об Ордене? Орден — это идея. От основания до завершения — наша миссия, наше видение. Наша цель — новый мир, новый порядок, который придет после Белого Хлада. Мир, в котором каждому будет воздаваться по заслугам, а не по праву рождения или связей. Мир, в котором сильный помогает слабому, а преступность наказывается по справедливости. Мир честных принципов и идеалов. Именно это представляет Орден. Ты знаешь, что любой может вступить в него. Крестьянин, купец, даже ведьмак. Рыцари не взимают платы за свою помощь, за благородные деяния. Они получают повышение. Я так понимаю, в план не включены нейтральные ведьмаки. Надеюсь, твое прекрасное видение не обратится в ночной кошмар. Надеюсь, когда пробьет наш час, ты все поймешь. Не смею задерживать. Однако не люблю быть обязанным людям. Ты оплатил свой долг. Не совсем понял. У нас нет времени. Ты мне ничего не должен. Конец отдыха! Стройся! Вызима ждет! Прощай. Я собираюсь в пещеру друидов. Моим пациентам нужны их лекарства. Я пойду с тобой. Не стоит. Вряд ли после этой бойни тут осталось много чудищ, а у тебя важные дела. Ладно, увидимся. Бывай. Ну, давайте дойдем до какого-нибудь склепа. Па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Пещера друида, пещера беженцев. Склеп Стрэги. Гробница ворона. Так, вот это не сюда.
А что с пещерой беженцев? Мне там нужно... Мне нужно найти записки эльфийского и останки доспеха Форум. Давайте дойдем до склепа, и в склепе мы уже продолжим. Склечащим вот это. Угу. Сначала пойдем по таким заданиям. Подобно. А, все, обидно, наверное, да. Он боится меня, да. Да, только сейчас он пойдет к Шане и будет, и захочет с ней. Есть, не захочет. Так, вот с тобой мне нужно разобраться самостоятельно. Так, он сейчас не должен попасть. Так, давайте ей немножко поможем. А что так глубоко-то? Я не уверен, что она просто дойдет. Давай, подходи, плаву. Обидно, да? Не, кстати, вот этот... А, она их просто проходит. Куда ж так далеко-то ты идешь? Так, ну где-то здесь, где-то уже... Вот, ну уже... Вот тут. Где-то... Вот же, нет? Нет? А, тут. А, ну, в принципе... Ладно. Идем тогда по, сейчас по заданию. В склеп. Да-да-да, конечно, вы меня будете хотите ударить, но у вас ничего не получится. Так, как на мне амулетик. Удобный, кстати, вещичек все-таки. Вспомнить бы, как я ее получил, было бы идеально. Так, мне сюда куда. А вот куда уже нужно найти проход. Так, утопцев мне, надеюсь, убивать не нужно, а то сейчас контракт на бокс, он пиявки. О, пиявки, кстати. Мне нужно достать. А, у меня было достаточно много образцов крови пиявки. Вроде бы как. Возможно, ну ладно. Ты? Здесь? А. Вот неправильно, кто здесь попал? Где останки? Ну вот останков не видно из-за этого. Вон они валяются. Еще кто-то где? Просто убежишь? Может, просто уйдешь? Может, останешься? Ну, спасибо. Это, наверное, единственный, кто мне мешает войти просто, да? Да. Где тут? Как же это трудно все-таки. Спасибо. Вход в склеп, самое важное. Я вот думал, может сейчас немножко продолжить. Склеп-то, подожди. И можно просто исправить. Я слышу голоса за этой стеной. Там что-то есть? Должно быть, вас послал вечный огонь, сударь. Как вы сюда попали, добрый человек? Я искал могилу ворона, великого воина, в которой хранятся несметные сокровища. Нашли что-нибудь? На меня напали ужасные монстры. Потом начался обвал, и меня чуть не засыпало. Если бы не вы, милздарь. Быстрее, пока путь свободен, я посмотри. Лучше бы уйти подальше. Я посмотрю, что быстрее, там... Быстрее, за... пока путь свободен. А я посмотрю, что там за монстры. Он же сваливает людей. Спасибо.
Ладно, давайте здесь закончим на таком темном моменте. Закончим. И продолжим уже в следующей серии, как и пойдем. Наконец-таки какую-то крутую броню мы добудем, да? Надеюсь, это будет крутая. Прям вообще. Да, граница вот. Прям вообще какая-то несусветная броня, которая поможет мне совсем. И вообще урон во мне не будет проноситься. ХП в миллион добавится и будет вообще класс. Ладно. Итак, всем пока. С вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии. И всем пока.